Всем привет! С вами снова Най и Ому. Ому, наш новый влог. Сегодня мы едем с Мэйвой в Dolphin Lot. Вот. А еще сегодня у меня праздник. У меня сегодня 50 тысяч подписчиков. Ура! И вот снимаю для вас победительное видео. Спасибо вам большое, огромнейшее спасибо, что вы со мной. Я вас очень сильно люблю. Я даже не знаю, как вас всех поблагодарить за то, что вы со мной. Такая слеза пошла. Короче, в идеале. Я вас очень сильно люблю. И давайте начнем это видео. Give it all for a look, for a call, for a kiss, for a roll, a part of any universe, of any planet, air, sky, brought emotion by your light. Мы уже приехали. Are you happy? Yeah, yeah. Look, ice cream. Короче, сейчас все будет очень круто. Мэйва будет с дельфинами там тусить, а я буду ее фоткать. Круто, да? Так вот, и потом мы будем ходить просто по этому парку. Так прикольно, так круто. Мы можем посмотреть любое шоу абсолютно. И это супер круто. Смотрите, вон там он скоро, Мэйва, будет с дельфинятами, дельфинчиками тусить. Будет их новым другом. О, смотрите. Я жду, пока Мэйва оденет свой такой дайвинговский костюм. И потом я буду делать фотки с ней, с дельфинами. Давай, дельфинчик какой-нибудь, выпрыгни сюда, чтобы вы его увидели. Давай, 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 давай. Давай. Вон там, видите? Ну ладно, не видно. Ну блин, где все дельфины? Куда они делись? Я надеюсь, что они будут поактивнее, когда мы его будем с ними плавать. Are you ready? Какая милашка такая. Смотрите, тем временем там дельфины. Они такие милые! Я просто хочу купить дельфина, поселить его в нашем бассейне, и пусть он там живет. У нас будет дома домашний дельфин. Милашек! Я уже предложила эту идею папе, но, по-моему, она ему не понравилась. Итак, мы ждем. И скоро Мэйва будет там, а я буду ее фоткать. И опять эта штучка у меня. Опять эта штучка у меня под глазом. Почему? Почему она у меня появляется только на видео? Почему? Это не очень красиво. И это не круто. Ну ладно. Я все еще хочу себе домашнего дельфина. Я знаю, что, наверное, это нелегально, но было бы круто. Мэйва, say hi to my YouTube channel. Короче. Сейчас все начнется. У нас с вами будет не лучший вид, потому что мы будем просто видеть их спины. Но anyway, хотя бы так, мы что-то увидим. Смотрите, мы его уже в воде. Смотрите, милаши такие. Сладкие. Смотрите. Сейчас мы его тоже так будем делать. Мы его только что поцеловал дельфинчика, но, к сожалению, я снимала это на ее телефоне, а не на свой. Ну ладно. Смотрите, с мячиком играется. Представим, что я тоже где-то там с ними. Где-то с дельфинами. Вот. Вот я и дельфин. Делайте скрины, да? Вот, короче, прикольно. Я тоже хочу. Но это было слишком дорого, поэтому я решила не делать. Мое еврейство, как обычно, сыграло во мне. Ну, и, ну ладно, может быть, летом попробую попросить родителей, чтобы мы тоже такой фиг не замутили. Мам, пап. I have no idea, вот они, что они делают. Вообще непонятно. Я не знаю, что сейчас здесь будет происходить. Якобы мы типа даже будем их кормить, но мне ещё кажется, что это неправда. Наверное, этот парень будет их кормить, а мы просто будем стоять, смотреть.
That third and final way to tell them apart is that sea lions are uniform in color. Having a solid coat. Я сейчас буду кормить этих морских котиков. Вы знаете, вот Даяна знает, что я ненавижу запах рыбы, просто терпеть не могу. Я сейчас капец задыхаюсь, реально. I have last one. Do you want it? No. Put it. Итак, а сейчас у нас экспедиция. Аллигаторы! That's why I want to go here. Капец, страхово, блин. Ну, они там просто лежат, как мертвые, честно говоря. Они просто вот рели лежат. Вот смотрите, раз, два, три. Все трое просто лежат. Эй, где же экшен? Наконец-то кто-то начал двигаться. Итак, мы сейчас мы наблюдаем движение, а и он, по-моему, просто хотел передвинуться чуть вперед. Или что? Что он делает? Итак, мы наблюдаем за ним. Нет, он просто опять лег. Окей, хорошо. Почему бы и нет? Такой же ленивый, как я. Итак, и сейчас мы будем снимать 24 часа челлендж. Я типа вся в тренде же есть. Сейчас мы где-нибудь здесь спрячемся, допустим, вон за той хренью. И будем снимать 24 часа челлендж. Будем наедине с крокодилами, с аллигаторами. Не переключайтесь. Итак, мы ходим здесь, пока нас еще никто не заметил. Здесь никого нету. Мне немножко страшно. Пошел дождь. Не, ладно, конечно, это не 24 часа челлендж. Я не знаю, зачем я сделала эту тупую шутку. Ха, тупые шутки, bye all tonight. Но, ладно, короче, здесь немножко скучно, поэтому я тупо шучу. Всегда, когда мне скучно, когда мне неловко и... Когда еще? Скучно, неловко. И когда я злюсь? Нет, наверное, только когда мне скучно и когда неловко, я шучу тупо. Нет, в принципе, я шутить не умею. Так что, зачем вот просто к чему этот разговор сейчас? Зачем я это сейчас записываю, непонятно. Вот опять вот просто когда мне неловко, я делаю всякую фигню. Я думала, что это камень. Оказывается, это черепаха. Короче, заранее извиняюсь, я плохо изучала биологию в школе, но посмотрите, почему у него так бешено колотится живот. Это у него сердце так колотится? Или он, она беременная, и там внутри маленький олененок? Или что? Почему? Вот, видели? Короче, я не знаю, какие-нибудь эксперты в биологии, подскажите мне, пожалуйста, потому что я немножко тупенькая в этом плане. Я не знаю, это его сердце или это ребенок внутри? Смотрите, фламинго! Фламинго! А здесь у нас... Вы хотели сказать пираты. Попугай. Попугайчик. Приветик. Приветик. Здесь у нас мои любимые скаты. Я не знаю, почему я так сильно люблю скаты. Они все такие милашки. Если бы я была кем-нибудь, кто обитает в океане, я была бы скатом. Выглядит веном. Смотрите, I can make it when I walk alone. Uh-oh. Сейчас все любители животных меня возненавидят, но скажите мне, что это за фигня просто? Почему оно такое большое и страшное? Вот просто что это? Что это? А вот это вообще в этом, в мохе все. Короче, я думала, что это тюлени, но если переводить название с английского языка, то это называется морская корова. Я даже не знала, что существует такое.
еще раз любителей. И вообще знатоки биологии, скажите мне, реально существует такое? Я никогда не слышала. Морская корова. Просто что? Теперь они кажутся мне милыми. А еще прикиньте, это чисто животные, флористские. Так говорят вообще или нет? Нет, вот реально, я до сих пор в шоке. Вы знаете, что существует такое животное, ламатин? Просто я первый раз в жизни слышу, что ламатин. Все, мы идем домой, но закончился день, и мне очень все сильно понравилось. Надеюсь, что вам тоже понравилось. Надеюсь, что это было не слишком скучно. И да, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, пишите внизу много комментариев. Всем пока! Trying since the day we met. You keep telling me I'm playing hard to get.